Ми всіх хто з нами на телеканалі Київ, це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я і анусував, перед початком нашої передачі, будемо обговорювати теми національного масштабу. Будемо говорити про парламент, про коаліцію. Будемо говорити про уряд, про реформи, про прем'єра. Будемо говорити про боротьбу з корупцією. Будемо говорити про е цікавий такий закон. От Президент сьогодні його підписав його. Так охрестили. Номер закону 1006. Назвали його закон про партійну диктатуру. Чи дійсно це диктатура може бути в такому випадку, якщо це все запрацює на практиці, чи ні? Цікаво, повірте. Тож будемо це все обговорювати. Ну і будемо говорити і про ситуацію на сході. Будемо говорити про взагалі безпекові питання. Про подальші відносини України, і Росії, України і Європи, безвізовий режим, я так окреслив широке коло питань. Закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії, можливо, зосереджувати увагу нашу і гостя, якого я буквально за секунду представлю на тих моментах, які можливо цікавили більше вас безпосередньо, наші шановні глядачі. Нашим гостем є Андрій Мішин, кандидат політичних наук, експерт з питань міжнародної безпеки, політичний консультант. Пан Андрій Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что до нас И Сейчас буквально небольшая довідка про нашего гостя, а далі мы продолжим. Андрей Мишин. Докторант Національної академії державного управління, кандидат політичних наук, заслужений діяч науки і техніки, працював в МЗС України, Національному інституті українсько-російських відносин та національному інституті проблем міжнародної безпеки РНБО України. Тричі був радником міністра кабінету міністрів України. Учасник і керівник низки виробничих кампаній локального та національного рівнів. у рамках програми обміну держдепартаменту США стажувався у Бостоні та кількох містах штату Коннектикут. На виборчій кампанії демократичної партії прихильник політичних компромісів, широкої дискусії та діалогу заради майбутнього української державності. Отже, ми працюємо у прямому ефірі. 223.09.71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я з корупції хочу розпочати вже заяви такі. Знаєте, йдуть. Ну, у нас з органів постворено вже да? немало. А заяви від політиків ідуть такі: в нас з корупцією бореться ледь не кожен другий. А відповідальних усе менше. Як взагалі до процесу боротьби з корупцією ставитись? І як ви її оцінюєте? Прошу, будь ласка. Ну, перший парадоксальний відповідь, що. Что... Это связано напрямую и с законом про выборы и про партийную демократию. Ага. Проблема в болезни всего политического организма государства. Здесь вопрос выборов, вопрос назначений, вопрос тех структур, например, той же прокуратуры и ее функций, функций надз... не, не только надзорных, вопрос значит, ответственности, вопрос и мотивов целового и функционального характера участия, например, представителей гражданского общества, бизнесменов в выборах. Вот зачем они идут на выборы? Значит, для чего выигрывают? Да, да. ну, естественно, для того, чтобы защищать организованные группы интересов. Но если бы организм не болел, то, естественно, защищалось бы определенное население. Здесь у нас слово организованные группы интересов зачастую означает не гражданское общество, не ботаников, филотелестов, а те группы, где есть прокурор, милиционер и значит, несколько значит, титушек для решения каких-то конкретных вопросов. Да. Значит, пока у нас есть такие организованные группы, то вопрос, как как раз конечно, значит, одним коррупцию не победить, но для многих теоретиков и практиков борьбы в коррупции мне когда-то поразил. Андрей Клюев, когда был секретарем Совета Безопасности Украины, заявил, что мы будем бороться с коррупцией, как в азиатских тиграх. Да. Ну, вообще-то тех людей, которые боролись с коррупцией в азиатских тиграх, хвалили американцы, очень ругали за, именно за диктаторские полномочия mm -hmm. и за массу убийств французы и немцы. И, значит, и в общем-то, там не менялись по 28 лет. С другой стороны, мне уже тогда было интересно, когда заявлял об этом Андрей Клюев. Потому что последнюю парламентскую систему коррупции, и, и значит, которая как-то отражена и перешла схема в Киевраду, как раз при назначении Виктора Януковича первый раз премьер-министром э, Украины и опробовал Андрей Клюев и предложил значит, та связь, которая есть сегодня э, при назначении министров, связь кабинет министра э, парламентской фракции коалиции, была создана именно им. Ну, как мы видим, что до сих пор эту систему, которая уже почти 15 лет, никто не уничтожил. А можно и изначит эту систему? Конечно, давайте возьмем по разным направлениям, как институциональным, так и правовым, нужны законы про лоббизм, да. нужно менять и в том числе вот количество и депутатов и подход к депутатам. Да. Ну, вы знаете, у, у нас, нас есть за очень депутатов. яркие феорические депутаты, но давайте честно, Сергей, признаемся, где-то половину мы не знаем и не замечаем. Значит, если а 30%. Не вы, точно, значит, так. считаем, что они или корон... просто знаем, что они относятся к кому-то, чьи-то карманные представители какой-то организованной группы. Да. С прокурором, тетушками и так далее. Вот как я и начал. Значит, то, значит, действительно, если, например, их будет три раза меньше 150 человек, то они будут видны. Другое дело, как бы через них строилась вся система. Вот, да. например, у нас в Киеве есть социальные службы молодежи, социальные просто службы, есть приемные депутаты горсовета есть значит, значит рай администрации есть прием депутатов верховного совета от киева да. сложная система значит представим теперь вот говорили про сша значит в сша система три в одном и значит, система общественных значит организаторы сообщества, иногда называют социальными организаторами. Mm -hmm. Вот самые известные Барак Ада, Обама, ну и Хиллари Клинтон прошла эту систему, Пола Давида Авинского. Значит, это люди, которые сразу же, он представляет собой три в одном. Он представляет собой конгрессмена штата, mm -hmm. значит, естественно, местного самоуправления. Mm -hmm. Он представляет собой организатор, который работает с общином, занимается проблемой. Проблемами, пробивает маршрут автобусный, например. Вот сегодня упал дом, значит. Вот работает, значит, с, 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 ну это вот в старых в восточном побережье со старыми домами, которым 100-200 лет отселением и переселением, и одновременно же проводит партийную кампанию, так. значит. И естественно, давайте посмотрим, что именно у Барака Обамы получился самый быстрый социальный, значит, лифт в мире. Он в Чикаго приехал с организатором сообществ, он социальным организатором и сразу же стал конкурсметом штата, сенатором и президентом. То есть более быстрой не было. Никогда. Оказывается, вот сейчас Хиллари Клинтон упрекают, что она тоже э, в этой группе, а эта группа с организаторами сообществ, они не работают. Э, важно объединить как можно больше среднего класса. Угу. И работодатели, минер, и значит в устойчивые группы, которые сегодня, если это было раньше преимущество именно Демпартии, Сегодня республиканцы создали такую же структуру. Да. И, значит, гораздо любят. Но да, давайте скажем: это, речь идет не о массовых партиях, о которых мы до сих пор делаем. И значит, хотели бы мы не хотели, даже лучшие наши партии. Ну, наверное, вот только самопомощь можно похвалить, но там другая проблема, другая проблема, другая болезнь новейших партий Украины, уже действия, которые не похожи на компартию, значит, значит, где все равно получается партийное собрание, система, которая не работает, что там партии кадровые, то есть партии избирателей. Что действительно нет членства такого прямого, как у нас. Нет, значит, а люди уже, то есть, есть прихильники, значит, им, э, значит, именно люди проявляют свой голос, может, подают постоянно за ту или другую, именно во время избирательной кампании. Mm -hmm. А проводит ее всего лишь э, у нас огромное количество штабов. В Киеве у нас, э, ну, не будем говорить о штабах Носорогов э, огромных и развернутых, но и штабы и партии "Удар", и штабы блока Порошенко это, ну, как минимум в районе э, 8-10 функционеров на каждых выборах и плюс еще у каждого кандидата в Горсовет и так далее что с учетом вот этих вот представителей социальных организаторов так. можно гораздо уменьшить, значит, не только траты, но и, кстати, достаточно большой показатель. Чем больше тратится на избирательную кампанию, тем больше в стране коррупция. Так. У нас... Но самый большой показатель был в Нигерии, где в 1998 году Нигерия потратила больше, чем США на парламентские президентские выборы, и плюс Англия и Британия. Просто значит, то, что он потратил деньги на выборы, получил, у него все это отбивалось. Вот значит, это в Демократии, значит, чем меньше стоит голос избирателя, тем лучше. У нас, когда-то честно, соцпартия заявила, что голос стоил 225 долларов. В Нью-Йорке, правда, тогда стоило 1000 долларов голос. В Киеве у нас в среднем голос стоит 400-500 гривен. Значит, ну, благодаря инфляции он подешевел и и вроде бы на вид показатель коррупции избирательной в стране уменьшился, то есть а, и, и именно в столице уменьшился. Но явление многогранное, говорить об этом можно, но если вот хотя бы вот несколькими прецедентами, что действительно надо менять саму систему. Ну, другой. Зараз ну, говорить про то, что в Можуть бути дочасні вибори до парламенту. Якщо не змінити систему, якщо залишити отакою, от як вона є, змішана система, тут партійні списки, тут мажоритарники. Якби ви бачили, ну, ну тут вже по, більше як не, до не політичного ус... консультанта, не, от, не яка, яка б вона була б най, найкращою, якщо хочете. Ну, да, давайте, от я просто не, не сказав, а другому рівні партії. От в Київ на эти вибори зайшла партія Укроп. Пане Андрій, Значот, я перепрошую, я... нас з'явився глядач. Зараз ми послухаємо, продовжимо обов'язково. Прошу, будь ласка, горіть. Да, вітаю, мене цікавить, власне, як може ваш поважний гость прокоментувати ситуацію з попередніми виборами республіканців як один з основних кандидатів і експерти дивуються не тільки в США, як Трамп, не дивлячись на критику проти нього, такий популярний в багатьох штатах, власне, мене цікавить ще й тому, що він... Власне, говорить, що він найбільш проросійський і дуже хвалить Путіна. Чому саме американці так підтримують? Як він може пояснити? Прошу. Дякую. Прекрасное запытание. Прошу, будь ласка. Очень просто. Понимаете, вопрос в личности. Ага. Практически каждый президент, приходя от власти, политика проводится в целом одна и та же. Во внешней политике резких изменений за последние 15 лет не было. Есть проблемы во внутренней политике, более социальные или нет. Ага. Ну и проблемы, когда внутренние вопросы переключаются на внешние. Война в Ираке. И... Но здесь демократы на самом деле гораздо чаще начинали войны, посмотрите историю, чем республиканцы. Те больше консерваторы и больше, хотя и занимаются и оборонкой и реальной промышленностью, больше завязаны на внутренних проблемах США. А Трамп прежде всего очень яркая личность. То есть, значит, селфмен, человек, который сделал себя сам. Значит, поэтому он может говорить, как наш Лешко, все что угодно. Значит, он просто нравится значит, зрителям. Значит, с другой стороны, понимаете, Россия никогда не воевала с США напрямую. Значит, каких-то проблем значит, для рядового американца... Значит, сама Россия не вызывает, как сегодня у нас у всех есть фантомная боль от потери Крыма. Да. У нас постоянно мы понимаем, что как бы мы ни называли сепаратистов и инсургентов на Донбассе, то действительно поддержка и финансовая с Южного федерального округа и, значит, там все равно поддержка соседей присутствует. Такой боли у них нет. Угу. Поэтому сказать, что для них даже при Рейгане Россия для американцев не было империи зла, как он объявлял. Поэтому, значит, я, я думаю, прежде всего, успех Трампа в нем самом. Значит, если вы посмотрите, какого красивого он взял себе вице-президента, бывшего губернатора Аляска, и, то, есть, то есть просто это действительно яркая личность, когда, которая не знает она многих вопросов географии, она не знает многих простых вопросов и протокола дипломатического, но в среднем она отвечает взглядом таким же большинством американцев. Добре, меня, якщо я... мы уже говорили с вами про выборы в Соединенных Штатах, насколько от того, кто будет президентом, наступным изменится политика щодо Украины? Чи, в принципе, это настолько далеко це все? Не совсем. Не совсем. Значит, так. не совсем. Ну вот давайте, значит, я сразу на секунду переведу на наши отношения. Прошу. Если сменится Арсений Петрович Яценюк на другого премьера, так. не Турчинова. Так. Улучшится или ухудшится отношения с Россией? Значит, в к... С Россией. С Россией. С Россией. С Россией. С Россией. любых Россией. С диалог. Значит, чтобы они могли говорить. Почему любой у нас следующий пример должен быть англоязычным? Чтобы европейские наши партнеры могли с ним говорить на одном языке. Так. То есть для диалога. Здесь же, значит, Арсений Петрович, дрейфуя от такого, в общем-то, очень выдержанного, осторожного политика как так, к популизму, к более экстремистским заявам, уже и далеко не экономического характера, который должен пример, так. конечно, уже перебрал с ним, значит, он не рукопожатый для хозяина Кремля и его помощников. Значит, любой другой, значит, Значит, россияне попробуют наладить и найти общий язык. Кстати, диалоговые хотели бы мы не хотели, но как сказать, ну пройдет какое-то время и с соседями придется как-то все-таки строить более ровные заборы, а не европейский вал. Значит, и значит абсолютно понятно, что значит Трамп, у которого вообще нет опыта международных отношений, да. значит, который как Джо, Джо Байден или Маккейн. Значит, то есть у Маккейна все-таки опыт холодной войны, который построил его психологии. Тут Маккейн все время лично обращается к Путину. Путин тоже говорит, все время вспоминает Маккейна и говорит, что плохо, что так то пострадал в, во Вьетнамской войне. Значит, этого всего нет. Очень важен вот этот субъективный фактор, но другой перезагрузки нет. Есть национальные интересы. Значит, и национальные интересы, стратегия национальной безопасности, которая пишется на 3-4 года в США, значит, и принимается законом, а под нее, значит, что-то меняется на год на два. Значит, здесь ничего не изменится. Послушаем, мы зачем дали продолжим? Прошу, будь ласка. Здравствуйте. Слухаем вас. Хотелось бы, чтобы гость сказал, вот как он видит не с точки зрения политики, а с точки зрения восприятия народом Украины. Есть ли авторитетная личность, которая могла бы... Ee, заменить Яценюка. Спасибо за это. Дякую вам за звоночек. Прошу, пожалуйста. Ну, вы знаете, обговаривается и... А звездки призвища Турчинова так вот якость. Мы разумеем эти... вы понимаете, для коллекции очень важно оставить Народный фронт. Значит, в Народном фронте есть три человека, которые, значит, имеют авторитет. Один, не совсем позитивный Арсен Аваков, но более влиятельный. Сегодня он по влиянию, наверное, понимаете, министр внутренних дел, который успел за эти два года приобрести всю нефтью и забычу в Харьковской, Полтавской области. То есть там, как бы не смотришь, все идет. То есть он не, не, не обеднел. Он, наоборот, укрепил свои позиции. Если ехать и спрашивать, кому принадлежит, все будут говорить Маркизу Авакову. То есть оно, все, все приходит к нему но это мое субъективное мнение. Значит, естественно, что для населения нет... А Турчинов, как раз, безусловно, лидер. У Турчинова есть только один негатив, что он, исполняя обязанности президентом, одни, значит, как бы принял два решения. Некоторые говорят, сдал Крым. Но сейчас ясно, сдал или не сдал. И второе, подписал это решение про АТО. В сущности конфликт с участием военной техники, пусть угу. тогда и посылалась она только для устрашения и без снарядов и патронов, значит с другой. С другой стороны, Турченов это оп опытный чиновник, когда Турченов возглавлял СБУ при премьере Юлии Владимировне Тимошенко. Многие сотрудники киевского и управления говорили, что наконец-то человек вроде бы пришел с гражданки, так. полностью понимает и развивает структуры. Значит, сказать, что значит он как слабый управленец, некомандный и не разбирается, значит, очень трудно. Но с другой стороны, то, что сегодня говорят, есть запрос на новые лица. Новых лиц... Не так богато, правда? Ну, как вам сказать, им не дают. Сама, Понимаете, вот сама партийная система не дает новым лицам. И вот я для, значит, не сказал, в чем проблема. Что когда партии, которые не стали масс, которым нельзя подняться, пошли партии, которые... Вот первая такая зашла в Киев, либеральная партия. Когда зашла на метро Арсенальную, построила офисы, Щербань, партия четко делилась. Барыги сверху, и исполнителя, И, значит, из исполнителя ты никогда не станешь барыгой. Тот, кто заказывает музыку. Проблема даже нашей Украины, казалось бы, что э, зашли часть банкиров, которым, значит, почему они создавали одну партию. Гораздо было при Ющенко, чтобы вот та коалиция, которая его привела э, в 2004-м, угу. и дальше была угу. его, чтобы пусть расцветает тысяча флагов, и все поддерживают Виктора Андреевича Ющенко. Так. Но банкиры жаловались на одну простую вещь. Что вот рядом Костенко, дальше Тарасенко, Значит, и, и вот они говорят, мы политики, говорят, а о чем мы платим за них, а вы отойдите, мы принимаем решение. Угу. Вот наши вот финансисты тогда очень хотели влиять на политику. Получилось то, что мы видим, что 5 или 6 организованных политико-экономических групп, вверху которых находится кто-то олигарх или недоолигарх, угу. есть просто недокланы, недоросшие, но четко представляют какой-то регион или какую-то срез, металлургия или... Ну, газ, например, Бойко, Ферта, Шлевочкин, ну, грубо сказать, клан это или не клан? Да, но, они, но это четко организованная группа. Значит, они просто заняли эту нишу, и практически молодежь, которая вышла, это те, кто носили портфели, или это родственники, пошли династии, сыновья. Но выйти молодому политику надо менять систему, чтобы у нас действительно мог молодой афроамериканец, как Обама, значит, за несколько лет дойти до президента США. Mm -hmm. И вот здесь, если изменим, такие люди появятся. Сегодня, значит, из интересных лиц, ну вы понимаете, даже Михо Саакашвили, хотя бы потому, что он настолько, ну как сказать, пусть яркая личность, значит, он бы для нашего политикума и для Кабмина был бы чистильщиком. Сегодня, Знаешь, когда мы любой... как раз про все наступные, Прошу, будь ласка, говорить. Вечер. Доброго вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы к до феномену того, что никому не известно, аграрная партия заняла пятое место на выборах местных в Украине. Так. И забудуется mm -hmm. снизу до верха. Дякую. про аграрную не партию. Недавно я был в офисе аграрной партии mm -hmm. на Соломенской площади. Так. Смотрел, значит, давайте скажем, что, значит, что произошло. Значит, что нас ждет в ближайшее время самое большое? Так. Это продажа земли. Вот сейчас выходит рынок земли. Значит, что, значит, на, на, что интересует э, э, транснациональные корпорации? Прежде всего сюда заходят аграрные э, корпорации. Значит, министр... Э, литовец, который в министерство, бывший советский Госплан, который возглавлял экономические, значит, и развитие, значит, да, давайте, значит, хотели бы мы, не хотели, но он все-таки представлял агропромышленный, он там и работал, значит, европейские агропромышленные корпорации. Угу. То есть всех интересует э, СОРОС, который расставлял э, технократов, всех интересует э, рынок земли. Значит, естественно, значит, э, опять же, и европейских политиков, вот только сегодня я открывал страницу в Фейсбуке, и там, значит, в Европарламент как раз глава аграрной партии посетил, значит, Европарламент, встречался с евродепутатами, и ему сказали, что весь украинский политик – это старые крокодилы. Ну, тут, как бы это так он себя на фотографиях презентовал, что он молодой и юный. На самом деле, значит, что здесь, здесь есть четкие интересы. И именно под эти интересы находятся в местных общинах, лидеры общественного мнения, значит, и, значит, когда интересы сходятся, значит, это то, что, значит, идет сращено, идет она больше появилась снизу. Ну, вот давайте это вот наш край, как бывших мэров, это те, которые, значит, проект более самостоятельный, более интересен бизнесу, который в какой-то мере, я бы не сказал, что он настолько контролировался и был создан там замглавой администрации президента Ковальчуком. Скорее всего, значит, здесь был естественный процесс, угу. к которому и президентская администрация, и внешние игроки приложили свои руки. Вот поэтому и такое, такое место дальше прошу, будь ласка. Добрый день. Добрый. У меня все-таки интересует вопрос. Все нужно начинать с выбором, так называемым конституционным путем. Мы должны прийти к изменению во власти. Но почему никто не говорит, что только мажоритарная система сегодня может принести пользу? Только мажоритарщика можно сегодня и это звать и он может и пробиться. И только, Значит, ни одной партии нет, которая была бы на сегодняшний день хотя бы имела под собой хоть какую-то идеологическую основу. Это ведь не то, что политические, это бизнесовые проекты. И mm -hmm. что, новые люди должны кланяться этих партий и начинать с партии? Заразумело. Но... Ваше запытание, прошу, будь ласка, мажоритар. Значит, это в целом я полностью согласился с вами, но оказалось, что, понимаете, то, о чем вы говорили, мажоритарщики, ну... Такое диковинное растение, как кукуруза, не очень растет в украинских ступях. То есть, я, то есть, ответ, объясняю, в чем проблема. Значит, э, что получается с мажоритарчиками? И вот сейчас в Казахстане 20 марта пройдут выборы, пятые досрочные с 2007 года. У них постоянная перезагрузка, как население начинает сомневаться, и они говорят, чтобы пришли новые люди, и они впервые хотят, чтобы было. У, у депутатов э, э, маджлисменов, как их называют членов маджлиса, у маджли, маджлисменов, у них нет права законодательной инициативы. Да, вы Фракция партия обращается к министру, ну в Англии тоже так, да. и министр за два месяца готовит закон, и они все голосуют. Значит, значит и у них нет той проблемы, которая есть у нас в простейшем законе до тысячи поправок. Вот сегодня таксисты, авиа, то есть диспетчеры такси, они говорили что закон, который они предложили, они его и не помнят, но его уже 6 лет, и не может, он все меняется, его никак не могут принять. Значит, ну, насколько я понял, требования митингующих хотя странные требования, но вот по закону, к законодательству проблема. И проблема в том, что, значит, количество мажоритарников, значит, что нет согласованной, понимаете, задача значит, представительной организации с одной стороны, это консенсус, это вот филателисты хотят столько-то денег, пчеловоды столько-то денег, мы потребители услуг ЖЭКов хотим таких-то услуг, а работники ЖЭКов других. И для этого и нужен представительный орган на район, район Совет. И верховный, чтобы значит, находился консенсус этих интересов. Тут э, представительство, значит, люди представляют интересы групп угу. и находят. Но у нас же получается, что каждый мажоритарник, э, значит, он, э, что он может предложить для всего государства? Он тянет какой-то лоббистский узкий проект, э, э, ну, значит, к тендерной палаты, значит, вроде бы доброе было дело, оказалось самое страшное коррупционное. Так. Только в нашей стране оно стало коррупционным. Так. Везде это доброе дело. Ну, ну, значит, ну вот, потому что протянула одна семья, и одна семья на этом и разбогатела. И, значит, и оказывается, что вот сегодня, казалось бы, что неплохо бы, чтобы появилась и партийная дисциплина, пусть с открытыми списками, но чтобы партия не как барыги-исполнители, а формировалась снизу. Вот, значит, не, не зонтик, а именно вот снизу, значит, от местных общин выделялись наверх, проходились, значит, этот праймер, если ли, кокус какими, у нас просто сегодня не, не работает. Тогда бы, значит, действительно изменить систему, перевернуть пирамиду, но, ну, значит, я могу назвать партию, в которых уже есть. Это, скорее всего, сила людей. Вот партия, которая по чуть-чуть, вот только в Мариуполе они сейчас набрали. Угу. Есть подозрение, конечно, что их поддержал и комбинат Ильича частично. Значит, угу. ну, то есть не, но ну, я просто когда сравнивал. Но с другой стороны, как они работают и в Киеве, Демальянс — Это те партии, которые пытаются не торопиться, то есть не прис... там нет лидерства нет командных значит где действительно люди сходятся на общих ценностях на общих интересах и продвигают какую-то общую теорию значит поэтому Истины здесь нет, значит, есть и то и другое. Только к сожалению, сегодня в чистом виде мажоритарии просто разорвут нашу страну, если придут. Но значит, то есть мы никогда не найдем 300 голосов для каких-то, значит, а для нашей страны прежде всего сегодня страшно внешне вызову Андрей, У нас пить. через да, треба да, на невеличкий анонс. Но але є глядач, то ми послухаємо запитання вже після анонсу. Пан Андрій да світ на запитання. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже а коротко. Один вопрос, маленький Боже. Оце, ну, я говорим, кажу, так, хвилинка так, так, в нас, дуже коротко. Це добра партії от партії, Вопрос нас щодо одної партії, яка називається Народний фронт. Так. За всі її діла, її названня по-натуральному повинні бути Антінародний фронт. Ну так. це так, це А Але так. просто такі, як шановний експерт, прокоментує те, що за останні два роки, після так називаємої Революції Гідності, ми стали по факту полуколонії Запада і Америки. Зрозуміли, зараз перерваємося на величку паузу. Після неї ми продовжимо програму якраз відповіді на і вашу ремарку реакції, Дуже і відповіді на, на ваше запитання. Да, да. Дочекайтеся. Спробую відповісти. Мы продолжим нашу продачу слоиться. Нагадаю, для вас просил ведущий Сергей Дойко, Андрей Мишин, кандидат политических наук, эксперт с питаниями международной безпеки политический консультант, є гостем нашей студии 223-0971. Будь ласка, долучайтесь до нашего Нет, трудно пройти после фразы Антинародный фронт. Конечно, партия появилась внезапно, угу. ясно, что это был проект, поддержанный Джо Байденом. Раз, второе, значит, партия набрала столько голосов, И почему она получилась одноразовым, потому что в тот момент, когда президент, только избрали, вся исполнительная весь вертикаль на, на, на местах поддерживалась премьером. То есть э, я делал выборы в, в Одесской области, в Татарбунарском районе, жутко поразился, что в начале сентября еще партии Народный фронт нет, а в Татарбунарской районной газете написано, что у, у Народного фронта высокий рейтинг. Еще партия. Я спросил, а как так может быть? И за отделом по внутренней политике, который напрямую вертикаль подчинял, он говорит, ну нам сверху спустили, а за, значит, местная печать, она естественно, взаимодействует с отделом внутренней политики. И как раз, хотя блок Порошенко гораздо дороже себя презентовал и продавал дороже места в своем списке, оказалось, что по факту Народный фронт выиграл абсолютно невидимо, и потому что на самом деле эти люди контролировали, и эти люди, в отличие от удара и Порошенко, они раньше... Это ведь в Народный фронт вошли все, кто получил должности после 20 февраля. Mm -hmm. Те, кто ровно два года получилось. Естественно, идеологии чего-то мы и так и не увидели, ни программы, ничего. Естественно, партия держалась вокруг премьера, Турчинова и, значит, некоторых комендантов Майдана и другие. Естественно, что сразу же после она стала рассыпаться. И другое дело, понимаете, можно по-разному критиковать Арсения Петровича Яценюка, Значит, конечно, для меня абсолютно понятно, что э, не, не смог хорошо быть наверху, как спортсмен, отойди, побудь немножко в стороне, опять вернешься. Что он так держится за свое место. А почему он так тримается, на вашу думку? Ну, это опять Бо же... уже не повернется, мабуть, как видите. Да? Да? Это наша национальная культура Страха. политическая, что мы значит, любого споткнувшегося добиваем. То есть практически все грехи и... Законные Арсения Петровича и незаконные будут повязаны. Значит, и Павел Розаренко вместе с угу. Януковичем станут всего лишь легкими тенями нового коррупционера всех времен и народов. То есть, значит, все постараются сбросить на него. Естественно, Арсений Петрович, молодой, все-таки политик, пусть не экономист, но достаточно яркий юрист. И значит, он знающий язык и международник. То есть, он, конечно, он не хочет. Ну, Политич, получить политическую смерть. А mm -hmm. пока что политическую эвтаназию у нас еще никто не ввел. Значит, ну, нет, президент ему предложил вот три месяца и, значит, выйди из политики. И, значит, и нет того момента, чтобы он мог обратно вернуться в политику. То есть практически, если в Америке, значит, мозговые центры в Америке, вот политик проиграл, он идет, работает в аналитическом центре, чуть-чуть, и, и потом возвращается. Здесь такого не происходит у нас. У нас Практически, то есть ротации. Не, ну, можно пойти в парламент, например, там быть народным депутатом, але с премьерских позиций завжди это трамплин. Ну, на, президен... по на, на президента. Для, для, для Арсения Петровича уже как для графа де ла Фер, это уже слишком мало идти просто в депутатом. Ведь же был на всех посадах. Ну слишком быстро, вот Задавец. наверное потом проблема. Но значит. Э... Ну вот дальше вот я что-то на Народный фронт, а, а, вторая часть вопроса, чтобы... Что до революции гидности, до Майдана было так, а после Майдана всяк. Значит, ну, понимаете, можно по-разному относиться к тому, что у нас здесь произошло. Давайте скажем, что есть еще такое понятие, когда истечение обстоятельств и атмосферные явления. Просто так сложилось, ну вот есть у политологов всегда сценарии, положительные негативные, инерционные, стагнационные, как всегда, и есть, которые не случаются, катастрофические. При всех тем, что люди вышли на Майдан, ну, не будем говорить, кто первый начинал, но люди шли туда со своими проблемами. Так. Другое дело, что долго Майдан не может пройти. А, справедлива... а они в дома сидят с такими же проблемами. Фактически. давайте не я, я, ну, я, я, я... я просто сравню. Так, модель лечения конфликтов и кризисов это йохан галтун она современная норвежский автор он сравнивает э, государство или значит, политику с человеческим организмом и как то есть ну там и как э, э, сепаратистский регион обычно с центром не может ссориться рука с сердцем mm -hmm. там, там mm -hmm. у него все это объясняется и как выходить из кризиса как лечить но значит здесь если сравнить что вот просто рану Разрезали, чтобы значит, вырезать, и вовремя не зашили. И туда вошло то есть, разные проблемы. На первом этапе внешних игроков не было. Американцы и россияне пришли на втором этапе. Угу. Туда И вот дальше же уже контролировать эту ситуацию уже действительно никто не мог. Сказать, что в определенный момент мы не чувствовали себя в какой-то миг свободнее, значит, ну, но... Сказать ну, трудно, потому что впервые спортивные фанаты, ведь, кстати, спортивные фанаты пришли туда, это чисто киевское явление, благодаря отцу и сыну Павличенко. То есть спортивных, футбольных фанатов их не тянуло в политику. Но вот, вот из-за того, что Павлюченки попали в тюрьму, вот это вот начали политизироваться у нас и группы спортивных фанатов. Mm -hmm. И, значит, то, как это произошло, самое, значит, конечно, плохое, что агрессивность и прошла тревожность, значит, оно как вышло, значит, оно не сменилось. То есть рана не была зашита. Mm -hmm. И до сих пор рецидивы вот этого определенной агрессивности, значит, проявляются. Но, с другой стороны, в целом сама революция достоинства, но это по-любому шаг вперед. Вообще у политологов есть термин политическое развитие, который означает и прогресс, и регресс. Просто мы движемся вперед. Значит... Мы движемся вперед, так. Да. И Послушаем, может, это Андрей, и далее продолжим. Прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Разве может человека говорить о достоинстве, если он не может добиться элементарных вещей, нет тепла в доме, нет воды в доме, обманывают там, обманывают. Разве это достоинство, говорит? Если мы идем в Европу и сами себе врем, и сами себя стараемся перехитрить, мы хотим быть независимой от чего, скажите, пожалуйста. Мы с одной независимости, то есть с одной зависимости ушли, мы пришли в другую зависимость. И опять-таки, что в нас самих, на вот этой территории, на которой мы живем, Врут друг дружку, начиная с маленького до самого большого. Так, это зараз... никто не воспитывает, никто не приводит это в нормальное состояние. Мы разумело, дякую ему дуже. Прошу, пан Андрей. Ну, хорошо, за ней, я, за я с удовольствием венчу, уберем так значит, термин достоинства. Естественно, придумывали, много спорят, каждый из политологов говорит, что именно он придумал термин «революция достоинства» и применил. Действительно, трудно сказать политиков, понимаете, когда Аваков бросил стакан в Саакашвили... Понимаете, есть понятие для политиков ответственность и достоинство, что они ведут себя по-особому. Вот, как я с ведущим, я, при любых, у меня у нас будут разные мнения, но я действительно должен быть и в дипломате должен быть вежливым и показывать, что у меня открытые руки. Сутилось. Ну, да. Значит, вот здесь. Ну, как стаканчик подняли, да. Я так уже так но... с момент думаю. Но, но у нас же не только шоу, уже мы ухилят. не болимся не, ну, за, за рейтинг, просто есть. Рейтинг. Значит, но здесь достаточно простой вопрос. Когда люди, получается, панурия, не уважают панурия, себя, за рейтинг, они не уважают за, остальных людей. За мы боремся завжды, но не таким способом, ну, и точно. Прошу, прошу продолжить. Здесь. И здесь весь вопрос: значит, что может помочь? Значит, сейчас появились партии, так же, как самопомощь, сила людей, вот новые партии, которые, говорит, самоорганизация населения. Да. Значит, ты должен, значит, объединяться, если вы пенсионеры, вы должны все-таки объединяться. Плохо, что лидеры, нет вот этого менеджеров социальных, значит, которые могли бы быть повести, но для этого вот в Америке стали брать молодых выпускников, как Обама, и именно они объединяли, значит, Обама, значит, объединял против протестантские чернокожие общины пожилых людей, mm -hmm. значит, именно из них, значит, делал выбор избирателей в Чикаго здесь, значит, и, и отстаивал как бы их интересы, он же добивался строительства социального жилья и добился, mm -hmm. там, там есть кто-то и критиковал его за взятки так что тоже большая история и связана с Ираком. Кто-то нет. Но, значит, практически надо все равно, значит, гораздо более внимательнее смотреть на тех людей и зачастую выдвигать посмотреть, кто такой человек в твоем доме. Вот сама от на виборах, вот я як політтехнолог діяти вибори, так. у мене є старший дома, старший избирательного участка і так далі. Но ніколи не йшло, когда самі жителі зібралися і сказали, вот ти у нас на виборах старшого вдома і ти повинен вибрати. От зараз ви потрапляєте в десятку, тому що, коли от я чую, да, треба людям об'єднуватися, треба якось групуватися. Ну, от людина вийде одна на вулицю, встане і скаже, я хочу об'єднуватися, так це треба колегіальне рішення об'єднуватися. Правда, якщо це такі люди Но, ініціатори будуть. такого объединения, то они может, конечно, людей избрать. Понимаете, с вот с чего... лидеры должны <связать> быть в любом случае, но, но не только на каком уровне. Другое отношение. Давайте, с чего начинается община? Вот мы сейчас собираемся передавать общины. С улыбки. Так. Но если мы, значит, утром здороваемся между собой, то мы можем собраться и решать вопросы. Так. То есть, ну, грубо говоря, в в Америке, в Нью-Йорке есть теория разбитых окон значит это очень интересная теория в 70-е годы полицейские вместо того была самая большая преступность в Нью-Йорке во всех Соединенных Штатах за 15 лет она исчезла угу. значит полицейский решил, что то что расписывают граффити в метро то что да. бьют окна да. именно это толкает других на преступление. и полицейские занимались тем что постоянно закрашивали эти граффити заделывали окна то есть боролись за, за чистотой и значит конечно парадоксально но сейчас многие авторы доказывают что идем Именно теория разбитых окон э, сработала. То есть другое отношение к себе и к окружающим. Разумило. Нельзя замыкаться в себе, но. Хотя, извините, у нас здесь не библейская проповедь, и значит, от меня ждут более конкретных фраз. Но конкретные фразы может вам сказать те люди, которым вы доверяете э, значит в своем доме, в своем микрорайоне и которые действительно могут вам помочь. Наступный глядач, Прошу, будь ласка. Д Добрый вечер. Добрый вечер. Сама Шанов... Нагис, скажите, будь ласка. А ось в, що, в які общини об'єднуватись нам? От моє покоління, мені було два роки, почалась Велика вітчизняна війна, батько загинув на фронті. Ми собі дітки загиблих героїв відбудовували землянку, будували все, відбудували, відпрацювали по 40 років. Збирали копійку до копійки і складали гроші в ощадний банк. Тоді це каси були. Що нам куди нам об'єднувати, щоб повернули наші заощадження? Ми відпрацювали по 40 років, це тільки по трудовій книжці. Ми зрозуміли, дякуємо дуже. Я зрозумів. Ну питання в початку 90-х ми говорили, що тільки то покоління може построїти будущее, яке може понять, Помочь предыдущему поколению и продвинуть его. Uh -huh. Но а ответ здесь вот лежит действительно разговор о советской системе. Uh -huh. Вы вспомните, почему в селах раньше было по 8-10 детей. Обычная боязнь, чтобы за тобой, когда ты старенький, кто-то ухаживал. Uh -huh. Значит, если у тебя есть много детей, кто-то по-любому будет жить с тобой в доме значит и кто-то будет за тобой останется будет ухаживать за тобой до смерти. Да. значит здесь сейчас когда вроде детей нет и мы благодаря Хорошее или плохой идеологии. Да нет, -то значит, это есть, но только по одному, по два. <соторит> да, да. Но ну, ну, все отдали себя труду. Ага. Значит, получали красивые грамоты. То есть тут трудно сказать, хорошо или плохо, потому что я, например, считаю, что нет более чистой и высокой идеи, чем коммунистическая, хоть и запрещенная, потому что нет да, большего. Я, я сейчас закончу. Но так, секунду, так, так, так. Э, не мимо закона, так. потому что нет лучшего общества, где нет эксплуатации человека человеком. Другая проблема а что уважаете, такого идеального взял... общества не достичь. И тех, кого мы. Мы сегодня осуждаем, делали это не лучшими методами, действительно попирая права, законные права граждан человека. Но сама идея, ну, ну извините, значит, это действительно красивая идея. И когда люди шли ради этой идеи, то есть трудно их сегодня корить и обзывать, что они устарели, что они совки, ватники и так далее. Ну, это неправда. Значит, и так, так не должно быть, потому что новые, которые приходят и занимаются только любовью к себе, значит, ну, ничем не лучше. Тобто, ну, і, так, і, так. То есть і то есть гораздо хуже. Они не могут общаться. Но а общена, которые должны быть, но ну, давайте скажем, значит, є ще багато небайдужих людей. Вот вони повинні об'єднатися. 2230971, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Є в нас глядач? Немає. Я прошу, будь ласка, долучайтеся і беріть участь у нашій розмові. Все ж таки, якщо будуть вибори до парламенту, це добро чи погано? Если ну, я которые подписали, я его не потому что он закрепощает. Но смотрите, чтобы выиграть сегодня на местах в условиях децентрализации, так. у тебя на месте должна быть организация. Значит, скажите: вот если у нас там сильная община, значит, то, какая партия провластная, то есть все уже вокруг нее собрались. Там, не хорошо или плохо? Вот, например, заходя в какой-то город новому проекту, на кого он может строиться? Или он он строится на белую ворону так или на человека, у которого есть какие-то проблемы со всей общиной и конфликт. Ну, Саакашвили, давайте э, разберем этот Са... Са... рух, который створится, скажем так. Ну, давайте, что скорее всего, вот я увидел сегодня на фотографии за спиной Саакашвили, кроме он гоститого москаля. Ну, наш глава Киевской организации партии регионов, бывший Василь Горбаль, все время ходит за ним. Дальше, кроме того, наш бывший зам мэра Черновецкого, пострадавший глава Держказема в Днепропетровске выскочил. Ну, высокий, он выпускник академии при президенте, свободовец был за, 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 за мэра. Я не понял я понял. Но он так. тоже уже, значит, те, кто понял, что Сакашвили, как лок локомотивчик, как mm. часто бывает, mm -hmm. может их провести к властному Олимпу. Именно mm -hmm. только потому, что люди хотят перемен к новому, потому что человек у нас все равно голосует. Любой, э, значит. Э, не за кандидата, а за красивую картинку будущего и себя в этом будущем. Саакашвили усиленно рисует такую картинку. Основная его ошибка, когда он кричит, вот я в Грузии достиг. Ну, значит, ну если ты столько достиг, почему же тебя там так судят? И почему же не осталось той политической силы, которая каждый день зовет тебя обратно в Грузию? Значит, если, значит, э Михаил, э ну, конечно... Ну, там зараз инша политична сила взагали при... Ну, извините, но должны оста Харима, остаться... Могу. Тут, понимаете... Я был в Тбилиси и не общался с самим Саакашвили, но с его супругой, которая проводила конференции, значит, общался с его политической силой. И мне показалось, что действительно там очень много не настоящего. Там очень много политического театра и политической игры. Зрозумело. Послухаем, глядача. Дали. продолжим. Прошу, будь ласка. Здравствуйте. Слухаем вас. Я с Краматорска звоню. Прошу. Ну вот, после 91-го года, если так посмотреть, какая была сильная украинская республика, ну, государство наше, угу. это, в сельскохозяйственном отношении, в промышленном отношении. А сейчас мы скатились в пятерку самых бедных стран. Имея такой большой был производственный заводы, фабрики, земля, сама природа дала нам богатство этих. Но нет хозяина на стране достойного. И мы скатились до такой бедности. Я лично 50 лет проработал, честно. Не давал взяток и садов не брал. Я не стал миллионером. Но как же так, что мы скатились до такой бедности. И нас, мы занимаем, наверное, одно из первых мест по количеству миллиардеров и миллионеров. Как же это произошло? разумело Прошу, будь ласка. Ну, произошло это все просто. Я бы, чтобы легко объяснить, представил бы модель. Модель, вот, Варшавский договор, как планетарная система была mm -hmm. такое Рядом Европейский союз, тоже планетарная, э, Германия, Франция, и вокруг кутится меньше поведение. По... В Варшавском договоре самой большой планеткой была Польша. Mm -hmm. У нее была как центробежная и центробезутримительная сила. Она качалась туда, именно поэтому и западные страны работали, там, 20 чем-то, 25 миллионов человек. И, значит, действительно, Польша первая, которая э, благодаря солидарности, э, значит, э, попало в центробежное движение в Европейский Союз. Угу. Когда же развалился Советский Союз, значит, распался абсолютно понятно, то вот место Польши, которое заняла Украина, ну, но она была в два раза больше Польши, поэтому э, ослабевшая Россия никаким образом прит... притянуть не могла, но хотела. Но и проблема нашей евроинтеграции, что никаких сил у Европы притянуть себе вот такую огромную со своим тоже нет угу. поэтому значит нормального круга нормального цикла не получается и значит абсолютно объективно мы стали скатываться не только на обочину политической экономической жизни но и в общем-то не создали даже свой как бы сказать национальный капитал да. вот я могу привести примеры такого Значит, капитала только мариупольский комбинат Ильича при mm -hmm. Когда, значит, работает крупное предприятие, везде в мире концепция внешней политики, это концепция поддержки на внутреннем крупного капитала, даже это доктрина Путина 2000 года. Я поддерживаю вас, олигархов, внутри страны, вы поддерживаете меня, а я вас поддерживаю на внешних рынках. Mm -hmm. Из 250 олигархов только три Ходорковский, Гусой, Березовский выступили против. Все остальное, вот эта вот стабильность Путина и образовалась. У нас же капитал, когда работает крупное предприятие, работают рядом детские садики, парикмахерские, все это начинает работать. Так. У нас же оно сразу получилось компродорское. Вот я значит, 20 лет жил на улице Щековицкой на Подоле, и меня все время смущала фирма под названием ООО «Компродор». Это огромная вывеска. Сейчас там построено новое здание, и Гордон находится, Значит, дело в том, что именно значит, бизнесмены, которые заходили, значит, старались то неустойчивые правила экономики, которые здесь проходили, заставляли их вывозить капиталы. Понимаете, были бы у нас устойчивые правила, не нужно было бы президенту иметь фабрику в Липецке, можно было развивать свой рынок и значит, так далее. Значит, здесь все, что произошло, Произошло вполне объективно, если помните, время собирать камни, время, значит, камни рассыпались. Но плохо, что, скорее всего, проиграла, знаете, есть поговорка, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Ну, проиграла ну, одно, два поколения, проиграли сегодня э, дети войны. Значит, у американцев они называются бэби-бумеры. То есть солдаты пришли с мировой войны и нарожали детей. Потом идут провал. И, значит, проблема еще только то, что сегодняшних пенсионеров некому сменить. Вот даже поколенческая проблема, 60-летняя, а дальше до ну, 30-летняя. Это так. Да. Послухаем глядача, Андрей, далее продолжим. Прошу, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Запитание таки до вашего полюбленного дьяча. Прошу. У нас была интересная, только идея, как Я вступив коли ще до розвалу СССР, ще вступив до народного руху України. Так. Я ще тоді з паном Чорнолом балакав, кажучи, не набагато. Коли вже пройшло все це ж, стало мене залежною, пройшов деякий час, я сказав йому, пане Чорноволо, а чому б нам не скоротити наші депутатів, бо дуже їх багато. І я тоді зробив інтересну ідею. Каже, давайте так, у нас скільки візьмемо областей на Україні? Чотири йде від партії, один мажоритарщик. Я думаю, це буде дуже чудово. Тому що вони зараз фактично нічого не роблять, тільки, вибачайте, на слові рубають бабло, якщо на то пішло. Ну, і по-друге, кажуть, чи можна в нас краще жити? Я скажу, що можна. Тому що так от раз, не, руб, такой, не рубати так, бабло э, наліво і направо, то можна і краще жити. Прошу, будь ласка. Ну, спасибо, що вспомнили такого, дуже, да, такого за яркого політика, як... Как... Вячеслав Черновол. Мне в середине 90-х годов представляя, удалось вместе с ним представлять разные партии и в Мировом банке. Нам, кстати, когда-то с Черноволом впервые показали Виктора Андреевича Ющенко и сказали, это у вас будущий политический деятель. Я прошу прощения, я не политический деятель, я аналитик. Деятель это тот, который берет на себя ответственность и с командой что-то строит. Я в сущности, как эксперт, могу оценить, но сам Активно в политике не участвую. Вот такую же яркую детям на востоке можно вспомнить только наверное Ефрем, ой, не, не Ефремова, извините, Харьковского <laughs> перепутал Кушнарева. Да, да. то есть действительно яркий тоже достаточно яркий политик, значит, но и действительно, значит, яркие региональные личности, вот и то, что они несли, было бы гораздо лучше, когда, значит, ну, то, что вы сказали, значит, в сущности тогда еще к открытым спискам не подходили, но у нас вот посмотрите берется за основу открытый список, но на самом деле это не делается открытый список. Да. Это называется, но открытые списки Баткевщины для меня вызывают генерический хохот больше, чем Потемкинские деревни Екатерины II. Потому что их объявили, но их никто никогда не видел. Значит, то, точно так же и ну, блок Порошенко, значит, Удары были чуть-чуть открыты, прямо когда афганцы Куницына и в Киеве, и в области активно участвовали. Здесь как раз идет речь не только о качестве политики, не только о всем, значит, но и определенной политической культуре, угу. то есть людей, которые стремятся, и о мотивации людей, которые идут в политику. Вы обратите внимание, на эти парламентские выборы, а на местные выборы в, значит, на этих выборах никто не хотел идти. Значит, практически да. находили любых людей, но, ну, значит, у меня хорошие отношения с народным депутатом Юрием Павленко много лет, еще с начала 90-х. И вот он отвечал от оппозиционного блока за Житомирскую область. Он, значит, все, кого он нашел, все прошли в Житомирской области, даже многие из них и не были в Житомирской области. Потому что, значит, проголосовать сторонники этой силы в Житомирской области почему-то всегда есть значит как бы ни говорили что да. это центральная Украина а представители, люди не хотели прежде всего предприниматели не хотели идти даже средний бизнес потому что на два года они считали mm -hmm. и они не отобьют деньги и коррупционно ага. не заработают mm -hmm. значит но пока есть такие правила то вот мы видим сталкиваются, что идут только те у которых есть постоянные интересы вот как Народный фронт сегодня значит мы видим профессиональные политические олимпийцы как Юлия Владимировна, значит, потому что для нее в любом значит, главное не победа, а участие. И значит ей просто всегда везет. Что-то всегда случается с противниками просто защиты и вот на том фоне значит она всегда набирает гораздо больше ну вот сама помощь уже созрела на выборы но это набирающий сил другие политические силы как объявил президент что он очень хочет чтобы в течение четырех лет э, в стране страна поработала спокойно но с таким качеством политиков работать нельзя значит, грубо говоря после второй мировой войны в Германию зашли американцы, и вот то, что значит, у нас там критикуют э, Минские соглашения, это вот то, что американцы называли еще тогда дипломатия второго плана. Так. Стороны сажали, заставляли договариваться за другой, а здесь широкий диалог, дискуссия и политическое образование для взрослых. Понятно. Но наши депутаты не готовы к своему собственному политическому образованию. Послушаем у у нас меньше пяти Прошу, да. пожалуйста. Прошу Алло. Алло, доброго дня. Доброго вечора. Тобто вечора, скажіть, будь Та, ласка, в мене стосовно. таке питання Та. стосовно молоді. От як наша молодь може голосувати за політиків і депутатів, якщо кожного дня по телебаченню, по інтернету видно те, що політики вкривають людей нецензурними словами, б'ються і займаються всім тим, що не потрібно робити, натомість, щоб прикрашати нашу Україну? Дякуем за запитание. не все бьются, не все лаются, а вы трапляете Молодежь сама должна идти в политику, и любая партия должна, ну, под, как раньше была идеология определенная, в современных партиях избирателей есть 2-3 научно-исследовательских центра, и это как бы на одно направление партии один центр, а mm -hmm. другое другое, mm -hmm. вокруг которых новых идей и собираются э, молодые кадры. Но прежде всего, для молодежи как раз она должна идти. Если она хочет что-то изменить. Нет лучше социального лифта для молодежи, чем активный диалог с бизнесом, хороший mm -hmm. или плохой, и с политиками. Значит, тот, кто сегодня и не постеснялся, пошел 10-15 лет, 18-20 лет на местные выборы, сегодня это те, та наша надежда, 30-33-летние депутаты, которые действительно несут новое для украинской политики. Ответ здесь молодежь сама должна идти и сама менять. Для этого тоже нужно. зні достойні лідери, значить. Ну все і, Все наверное... з і партиєю молоді там нові, да. Треба якась розкрутка, правда? То все одно, якщо вона, ну, перспективна, то де з'явиться ну, олігарх якийсь, який скаже: "Давайте я вам підкину там грошенят, да?" А ви ж потім і тут ми переходимо нет, знову до. Ні, 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 от здесь вот как раз є да? та зв'язь, та зв'язь поколінь політиків, що дійсно значит, что сначала старт тебе должны дать, но в политике не родители, а твои политические родители. Так. И поэтому, значит, но действительно надолго долгую стратегически партии не работают. Вот работа с молодежью, Иван Крулько, глава молодой батьковщины, ну, вот можно сказать, Юрий Маришниченко когда-то сам был главой молодежной партии «Новая генерация», и потом был молодежки, ну, вот молодежки в партии регионах не везло. Значит, остальные молодежки в партиях мне вот трудно сказать. С другой стороны, для партии, в общем-то, может и не нужна молодежная организация. Юрий Павловенко, когда вы в молодежную партию Украины, правда? Я ее идеолог. То есть когда-то мы действительно и наша партия, значит, Первый депутат. Как она называлась организация политического разведки? Коммунистическая партии Украины, правда? Да-да. Мне очень это нравилась типа... теория политического разведки да, да, Энто Негидинца. Да, да, да. Вот тогда и вот. И что и все молодежные все структуры, якость вот они вот. Но ну, вы понимаете, вас... ну, вы Чи просто сказать... лидеры, они сразу неправда. в высокую политику стрибаются? Значит, це? здесь, ну знаете, я бы сказал синдром Горбачева. Так. Значит, что можно было в советское время быть в Комсомоле. Якщо ти вовремя не при не перепрыгнув на райком портком, ти з этого комсомола, з профсоюзов або зі спорткомітету йдеш на пенсію. Зрозуміло. Потому ти вовремя должен йти наверх. Пане Андрію, дякую за цікаву бесіду. Так, добре. Цікаво. Дякую за активність всім нашим глядачам. Андрій Мішин, кандидат політичних наук, експерт з питань міжнародної безпеки, політичний консультант, був гостем нашої передачі. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Дякую ще раз усім за активність і до зустрічі завтра. Щастином усім миру, щастя та благодаря.